Такого ніхто не ожидав. Пугачова в інвалідному кріслі. В інтернеті появилось відео, на котором певица Алла Пугачева поет в инвалидном кресле. Не только она, но и Валерий Леонтьев. Он тоже был в инвалидном кресле. Пугачеву вывел Максим Галкин, а Леонтьева – Николай Басков. Зрители очень хорошо их приняли, оценили чувство юмора. Они изображали беспомощных стариков. Это видео появилось в Instagram фан-группе «Примадонна». Это видео было сделано несколько лет назад, в день рождения Пугачевы. Они спели композицию вместе. После окончания песни они встали из колясок и показали всем, что находятся в хорошей физической форме. В последнее время очень часто обсуждают внешность Примадонны. Некоторые говорят, что для своих лет она в прекрасной форме, а другим не нравится, как она перебарщивает с уколами красоты.